гости, а это кто? Страна Слон? Да, Череповец. Череповец Слон? Да. Волк. А Волк это кто? Динамо. Динамо. Забил. А сборная, наверное, СВГ. Сборная Волк. Нет, Северный Градус. Северный Градус. Северный Градус, Череповец. Андрюха, скажи, всегда везет плюс хидинку и мне, да? Волк забил, Костя. 4-4? Нет, 3-4. Добрый день, уважаемые товарищи. Очередной матч между Геннадием и Волком. А это где, в Абакате, что ли, играть? Где Волк? Абакат, да? Город Ярослав. Там это, футбольный путь. Прошу составить решение. Володя, у тебя со звуком? У нас слышно. Поляков Николай, Спортивная школа номер 13 метров, город Ярослав, поселок Черный и Ветряк Черный. Номер 35 метров, Евгений. Номер 1 Кузнецов Матвей. Номер 55 Кузнецов. Номер 23 Кузнецов Семен. Номер 22 Осинки Дмитрий. Номер 13 Полухин Егор. Номер 11 Плачев Максим. Номер 7 Лузин Никита. Номер 99 Широков Максим. Номер 88 Ремзер Кирилл. Номер 20 Чайко Андрей. Номер 17 Кокорин Кирилл. Матч обслуживает судейская бригада в составе. Бутаков Юрий, город Владимир. Данилин Владимир, город Копа. Смирнов Богдан, город Ярослав. Баженов Илья, город Владимир. Вторая игра. Давай.
Я
бы отмечено, это для тебя практически. Там такое ощущение, как будто вот здесь там человек попил. Удар был там. Мяч происходит такая. Тяжко там. Thank you.
Thank you.
Команда спортивной школы 13 метров взяла тайм-аут. Thank you.
передача на корне Кирилла. Мяч в ворота команды «Кристалл» забил Лузик Никита, номер 7. Счет матча 2-0. Получается третий там идет, да? Третий. Вот он приходит. Ну, по сути, а дайте там шаг назад делает, а это дает уже за спину там. Yeah, I'm going to go.
Потому что, смотри, я вспоминаю... Ай, блядь! Прости. Если что, свалим они. Мы в Улан-Удэ тогда ездили. Приезжали, наверное, в 6 утра. Нет, нет. 8 часов.
Thank you.
Передача Петюгин Сергея. Мяч ворота команды «Кристалл». Забил крючком Семен, номер 23. Команда «Сапина» шоу номер 13. Мяч в счете матча 3-0. Я не могу, 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 я не мог
этого не было нигде, ничего не там. Как мне сказали, что мы уже звонили, что нам придет с вами работать. Почему я должен не звонить? Ну, факт.
Да,
должен конструировать, и это, и это, и это, и это. Время нужно вообще. Нет, это он, да. Я тоже поинтересовался. Никто не заставил, а он, говорит, сказал. Какой забил? 3 мяч. Я же сказал 3 мяч. Давай, ты главный тренер? Погулять еще, да?